Всем привет, дорогие друзья! С вами вновь Кристиан Блэк, и это вновь зомбяшечка. Ау. Ау. Окей. Давайте тебя осмотрим. Медкомиссию прошли. Неплохо. Спасибо. Так. Все, у нас есть спальный мешок. Поздравляю вас, друзья. И себя, и меня. И всех, всех, всех. Оп, на картонах, а вы так не умеете. Только умеете. Лестницы я не вижу. Зато есть задний проход. Ну. Ладно, ладно, хорошо. Ну, надо же. Здорово. Они не бегают. Тут есть бассейн. Это был звук самолета, да? Кто-то баррикадировался, да? О, шотган шелл. Это же, по-моему, нормальная одежка есть. Я собираюсь тут все обыскать. Нравится это этим ребятам или нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, солидное здание. Бандана. Клоудинг. Как хорошо, что я выложился там в предыдущей серии. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, пока не идут, нужно что-нибудь придумать. А пока ничего не могу придумать, времени на крафт у меня нет, так что... Здрасте! Так и будете все как пенсионеры жаловаться на жизнь. А, сколько нормальной одежды. Ну, спасибо, у вас есть то время все это ломать? За вами ведь не ходят. О, да, футбол хелмет. Фабдер тоже мне понадобится. Проверим, что у нас тут. Да уйди ты. Ладно. Слушайте, прямо как Дональд Дак орут. Еще один футбол хелмет. Окей. All right. Не берите в голову, зачем мне это нужно. Сейчас сами увидите. Пока эти ребята идут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Себе голову сломай. Так. Ага. Даже так, да? Ладно, я это поставлю вот так. А пока бы еще все тут. Еще одна бандана мне не нужна. Картошечка. В картошечке всегда был ответ. О, привет. Я не заметил второй вход. Так бы обязательно сказал бы. Ну, ладно. Оставайтесь тут. А, не получилось. Что это такое? Кипуня. Ладно.
Даже видел там нормальную одежду. Ничего себе. Нужно как-нибудь зайти, заходить в это место почаще. Это как лотерея. Только оружие нема. Ау. Без пейнкиллеров было бы туго. Так, тут я не был, да? Воу. Прям фаст лут какой-то. Там был майн. В общем, офигенная штука. Я должен ее забрать. И ты мне в этом не помещаешь. На тебе. Ну, с жирным придется долго. Не-не-не, не зажимайте мне в угол. Я вам не дама какая-нибудь. Превосходно. Animal fat. Ага, я собрал с него жир. Прям какая-то дискриминация зомби. Зомби могут подавать в суд, поскольку их много. Так, вот тут было. Майнинг хелмет. Ладно. Так, плазма висит. О, сегодня мой счастливый день. Что у нас тут? Гильзет патрон в ведре уборщицы. Здорово. Ага. Я видел, что вы меня потеряли. Да-да-да, здрасте, я тоже по вам скучал. Как я понял, оружия тут нет. И откуда в школе оружие? Или это не школа? Окей. Какие еще не трогал? Персонажи что, все запоминает? Нет, серьезно. Ладно. Так, еще раз туда. Привет. Ау. Закричал, как последнее, ну... Превосходно. Превосходно. Я знаю, как мы отсюда выберемся. Это оставляю вам. Здорово. Все, пора отсюда выходить. Уф, как-то лучше. Напряженно получилось. Но мы уже бежим к нашей пещере. Я тебя вижу.
И на сей раз не отпущу. Ни за что на свете. До сих пор хантед? Ничего, это пройдет. Это пройдет. Я вижу этот гребаный контейнер. Это не орел, это не пчела, это мой контейнер. Привет. Теперь-то у меня патрон побольше будет. Ты что, на меня замахнулась? Приятно иметь с вами дело. Так, мне нужно поесть. Благо, у нас куча всего. Неужели опять радиация? О, Гейб. У Гейба всегда что-нибудь найдется. Даже ради него пули не пожалею. Так я люблю Гейба. Серьезно, ты не видишь меня? Три пули обменял на ничего. Мне, конечно, убить Гейба — это честь. Еще четыре пули на что? На скраб. А еще я хочу проверить. Нет, не работает. Живем. Осталось только надеяться, что тут будет оружие. Знаете что? Можно пока проверить эту замечательную сумку. Вот он ты где. Тут радиация, но... Если он будет продолжать так дергаться, то у меня инфаркт хватит. Озерцо. Медсестра, вылечишь меня? Не думаю. Здоровье восстанавливается. Ура. Можно за это даже съесть. Пасту. Я очень надеюсь, что я не потеряюсь. Я уже так полюбил свою пещеру. Так. Я думаю, вы помните эту стоянку, если вы, конечно, смотрите вообще меня. Хрюшка, которая уже разложилась. И все стало ясно теперь. Рацион. Так. О, куча. О, да. Картошечка. И вот эта штука. Превосходно. Думаешь, я тебя не заметил, говнюк? Надо же. Привет. Только ты, я и... Фуэл. Что-либо, в чем можно готовить. И кук. Мне тут нравится. Лучше какое-нибудь оружие дали, серьезно. Ладно, бежим домой. Бежим домой. Где мой дом, правда, непонятно. Ну, думаю, мы с этим разберемся. Ага.
Я все помню, я все помню. Здрасте. Не удалось. Ну и ладно, слоу. Ну ладно, слоу так слоу. Может даже на картах. Ладно, шутка. И вот мы уже приближаемся к пятому дню. Практически не умирая. Это при том, что я играю, как вы видите, на пределе своих возможностей. Так. Ага, вот поле, русское поле. Ну и водичка. Это тот дом, который я обыскивал. А справа от него был мой дом. Минутка следопытства. Вот она моя постройка. Осталось только избавиться от хвоста. Вот она сумка. А, значит, совсем неподалеку. Куча зомби. Прямо у моей норы. За это можно и... Как вы видите, со временем мы прокачиваемся. Да. Все, undetected. Спускаемся в нашу нору. И перед тем, как завершить эту серию, па-бам! Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я закончу эту серию. Всем спасибо за внимание. Всем пока.